Сегодня поступил нам вот такой вот партнерчик. Нужно поменять звездочку. Звезда имеет очень большой износ, это уже видно. И сейчас мы это дело очень быстренько оформим. Так, болтики я уже открутил. Теперь мы снимаем свечку. Натягиваем канат запускной. Чуть-чуть подводим поршень повыше. Засовываем веревочку. Поплотнее вот такую берем. Вот так вот. У меня есть вот такой специальный ключ, при помощи которого мы откручиваем звездочки. Но можно также и попробовать открутить болгаркой. Ой, ключом от болгарки. Здесь левая резьба. Вы это должны помнить. Вот таким ключом можно также зацепить и открутить по левой резьбе. Снимаем сцепление, снимаем звездочку. Вот видите, уже какой износ большой. Берем новую звезду. Немножечко смажем подшипничек литолом. Место одеваем, хорошо стало подходить. Шайбу на место и сцепление. Теперь канат наш разматываем. Проворачиваем, пока не упрется поршень. Вот. Берем ключ и подтягиваем. Вот и все. Теперь вкручиваем свечку. Звездочка наша поменена. Вкручиваем свечу, собираем все в обратном порядке, подтягиваем, одеваем и закручиваем шурупы. Как видим, ничего сложного, все быстро, все просто. А в мастерской минимум 250-300 рублей за эту работу с вас возьмут. Так что меняйте звездочки сами. Всем удачи, пока.